Жители Одинцовского округа в возрасте от 14 до 35 лет приглашают к участию в региональном конкурсе графического оформления открыток «Арт-промыслы». Необходимо создать иллюстрацию на тему подмосковных промыслов. Это может быть портрет девушки в Павлово-Посадском платке, гжельский узор. Все зависит от таланта и фантазии. Далее команда экспертов отберет 60 лучших работ, на основе которых будет создан комплект открыток. Победители ждут также ценные призы и дипломы. Заявки принимаются по 15 января.